天行健，君子以自强不息。Это старинное китайское выражение, суть которого китайцы твердо придерживаются из поколения в поколение. В 2022 году на 20-м съезде КПК Си Цзиньпин отметил, что великие достижения в новую эпоху стали возможны благодаря самоотверженному труду и борьбе как партии, так и всего китайского народа. Эти слова стали еще одним доказательством духовной силы выражения «тян синь цзян, чун цзи и цзи чан пу си», без которой период реформ и открытости в Китае невозможно было бы себе представить. В Шэньчжэнском районе Цянхай живет и работает один молодой человек, которого зовут Ян Джихуа. Ему удалось изменить свою жизнь благодаря стремительным преобразованиям в период реформ и открытости. Сегодня мы вместе с профессором Александром Леденевым из университета МГУ ПБИ в Шэньчжэне поговорим с ним и узнаем его историю. Кладешь голову, вот сюда ноги. Ноги, да. Очень удобно. Это вот像我们中国那个元宝。当初是为什么选择要进入这个卫浴行业，开自己的公司？因为卫浴洗手间每天就在使用，我希望我的品牌也是比较靠近生活的。我们创业的时候跟70后、60后完全不一样，因为那时候人工很便宜，地很便宜。但是到我们创业那个时候。已经过去那个时代了，我们更注重创新。我是白手起家出来，真的就是勤奋。我创业真的算起来可能就十年，但是现在我们的发展也真的每天的很迅速。Спустя 40 с лишним лет стремительного развития Шэньчжэн столкнулся с ограниченностью ресурсов и возрастающей конкуренцией. Чтобы в этих условиях обеспечить качественное развитие бизнеса, город требует от предпринимателей введения инноваций в самых разных отраслях. В 2013 году, когда интернет-технологии в Китае постепенно осваивали бизнес и социальную сферу, у Ян Джихуа появилась идея новой модели интернет-маркетинга. К 2019 году среди поколения Z в Китае стала набирать популярность новая модель потребления, которая ориентируется на индекс привлекательности. В это же время Ян Джихуа с помощью онлайн-приложения и физических точек переориентировал продукцию своего бренда с традиционной модели реализации на более современную. Мы здесь открыли ресторан, чтобы клиенты могли попробовать. 现在可以过来试一下我们这个甜品，这个就是我们的一个肥皂布丁，这个是榴莲布丁，这个是咖啡奶冻，这个是抹茶红豆，敢不敢吃？我选榴莲的。榴莲这个，我想泡在浴缸里，舍不得吃，简直就是艺术品。Русские любят дуриан? Да, русские любят дуриан. 好吃吗？嗯。非常好吃。Постоянные инновации и новые идеи вдохновляют не только Ян Джихуа, но и бесчисленных созидателей Шэньчжэня. Они стали движущей силой и квинтэссенцией всего городского развития. Однако следование по пути инноваций невозможно без гарантий со стороны системы и правительственной поддержки. На протяжении 40 с лишним лет государственные органы всех уровней постоянно совершенствовали меры по реализации реформ, оптимизации государственного управления и обслуживания, тем самым обеспечивая стабильный и быстрый прогресс политики реформ и открытости. 其实整个前海，在我的感觉来说，是真正的国家开辟了一个土地，真的给我们港澳青年回来发展了，因为。
包括有人才房啊，有一些租金补贴啊，疫情这几年更深刻的体会到这个。Фраза «Тен шинг джен, чун зи и зи чан бу си» начинается древний китайский труд «И джин» или «Книга перемен». Профессор, как вы понимаете это выражение? То природа – наш главный учитель. И мы находим в природе те законы, которым пытаемся следовать в жизни. В природе все основано на движении, на энергетике. Пока есть жизнь, есть движение. И человек, конечно, не может останавливаться в своем движении вверх. Сам Шэньчжэнь – это настоящее чудо. За 40 лет из рыбацкой деревушки здесь вырос огромный, современный мегаполис. Это город, который полностью подтверждает это высказывание. Шэньчжэнь. 地势坤君子以厚德载物的变革和开放精神，使中华民族成为人类历史上唯一一个绵延5000多年至今未曾中断的灿烂文明。 Теперь давайте узнаем, как понимают выражение «天行健», «君子 и 自强不息» жители зарубежных стран. Я помню то, что Абай говорил, то, что всегда нужно быть сильным духом, и только слабые, они поддаются судьбе. Мне кажется, оно довольно похоже с этим китайским выражением, которое было упомянуто ранее. Creo que si uno se estanca y no es capaz de adaptarse a esa constante evolución o innovación, se queda atrás. So continuous reform is the act of looking at what you're currently doing, reflecting on it, seeing what flaws there are, trying to remove them, and generally progressing for the better.